Мало кто по вечерам тусует в Мапсе. У меня такое случается. Можно встретить такие тачки. Можно встретить такие тачки. Но вообще народ вон там отжигает по желудку. Просто гирлянды с курицами. Они такого красного цвета не потому, что они стесняются, а потому, что они просто жестко с перцем, с красным, острым. И все люди здесь. Дома что сидеть? Здесь вся тусня. Потому что в 10 вечера начнется комендантский час. А вон там самые вкусные соки с мороженым. Тоже невероятные сладости. О, привет, малыш. Тебе повезло, что ты в Индии родился. Вот такие штуки можно в кокосовый орех закинуть мороженое. Все это где-то доллар стоит. Ну, самая нереальная приколямба – это вот эта тачка. Ну, это мега-фантастическая телега стоит просто на улицах Мапса. Конечно, понятно, что ее используют для перевозки девственных невест, целомудренных мужей. Ну, что примечательно, я никогда не видел. Нет, такое клаксон я, конечно, видел. Но деревянную панель я не видел в жизни никогда. Причем мне никто даже не пинает пинками, типа, что ты сюда полез? Я вот уже залез наполовину сюда. Она стоит на самой многолюдной улице, вот со всеми бомжами. И с теми голодными индийскими семьями. Так что тут еще детишки могут по крыше у нее прыгать. Но ничего, никого не парит. Классная точка, фантастика, просто деревянная наполовину. Это сталь, как в танке, и дерево. Ну что, здесь-то в Мапсе ни локдауна, ни короны. Откуда здесь? Бациллы они только там, на пляже, в туристической зоне, на карантинах этих семидневных. Здесь все нормально, поэтому вглубь стартуем. Но опять, как татуировщик, я не могу мимо пройти, потому что это слишком стерильный салон. Тату? Тату? Yes. You do? Yes. Yeah, you master? А, какой отча. Все, вот свежая тряпочка здесь, краски, которые меняются, наверное. What color? Black? Black, red. Black, red. Green. Green? Purple. Отойди. Mixed color, mixed color. А, mixed color? Yes. Okay. So, good luck, bro. Where luck. From? From Russia. Ukraine. Я завтра приду, ладно? Yes. Сегодня что-то уже вечером, поздно. Hello. А это в 2 метрах от тату-салона расположились уставшие клиенты. Да, людей немерено, по-моему, со всех деревень набежали. Все разнообразные пацанчики. Так, пойдем по этой дороге. Полная жопа. Вот, что там? Гэндзю? Гудэмдэмэ. You want to try? You want to try? Гэндэмэ. Гудэмдэмэ. Don't photo. Don't photo. I'm not worried, you worried. Some problems here. Где-то я видел вот это уже кольцо, по-моему, на Новый год. Но мне интересно побывать вон там. Гонки по вертикали. Что-то такая специфика, я даже не могу понять. А. Ничего себе вечеринка.
Julia, чому тупець? Час у нас ось здесь будет... Пайла програм, шур шуга гей. Короче... Невыразимое количество такого варианта людей и детей. Лидер Шивата Гарадикит Маруди Гар Маус Ке Куэ Гав. Ап дейдинги апне яр дросту ко нанне мне бачча. Халло Калагару. Апна ме кутта мар гоу. Come on, Bander, I scared to stay here with this. Шеренге дейдинги мари. Тянутся маленькие лоды. Веренге апна апна дейдинги. Офигеть. Все. Чик. Пацанчик. Все, он обезопасен. Нам сейчас туда надо будет залезать. Это же бродячий цирк. Вот они, цыгане, которые бродят по миру. И была песня, помните, ничего на свете лучше нету. Ну я не знаю, я не знаю. Понеслась, штурмовики, вперед! Изба, развлекуха. Спасайся, Бандер, ты чё? Не дай бог, что-то уронишь, затопчут. Идём прям плотничком, плотничком. Пойдем еще повыше. Охрененная крутизна. Че вообще за Лас-Вегас набежал сюда? Мне что-то стремает в глубину нырять, там человеческое море. Но с высоты это смотрится впечатлительно. Так, так, вперед лодочка. И мне кажется, это все такое слеплено на скотче, знаете ли, на китайском клее индийскими соплями. Да, это стена смерти у них называется, поэтому они кидают деньги этому чуваку, который гонял на байке, потому что они потрясены его мужеством, что он каждый день ходит по краешку жизни. Ребята, я решил попридержать самую эмоционально потрясающую часть этого выступления. Поэтому смотрите до конца, и там вы увидите, насколько безумной может быть храбрость этих обычных людей, которые рискуют жизнью в течение дня десятки раз. Вот эти тачки, на которых они гоняют, но все вшатанные на нет вообще. Но боевые. Сколько людей они вынесли?
шире. Нет, ну таким-то красивым я этот темпл не видел давно, скажем так. Не ни разу, но давно. А там вечеринище сейчас для местных. Сейчас окажемся. Ее мимика, ее экспрессия, она вообще так лицом работает. Молодец. Буду брать у нее. О, черевички. Так, по в моде сейчас тоже с зеркальцами. Такие. О, банда собралась. В поход, наверное, на семейную вечеринку какую-то. Может, свадьба у них намечается в деревне. Бери, не выделывайся, говорит, вот эти с зеркальцами. Чё ты как не родная? С белым связалась, теперь будешь телесного цвета тапки покупать. Не пойдет. Возвращайся к корням. Вот твой стайл. Офигенно, на стиле парнишка вот так сделает, а потом из этого остава сладкого получается вот это. Ну, фишка это вот это, конечно же, масло раскаленное в древнем тандыре, которому еще прадед передал по мужской линии этим ребятам. Я хочу там в разнос, смотри, тапки купила, за фигурой следить не надо теперь. Можно весь вечер провести круто. Просто остался, друзья, что-то на работе, жена там задержалась на корпоративе, а ты играй себе. Воу! Затягивает. Веселые ребята, наша пионерская дружина. Как она через шарфик есть будет? Серьезно? Вот так вот? Ебать какой. Такие фактурные ребята все. Вандер лук пашут. Не знаю, я прям вижу, как там ползают прям гепатиты или какие-то бациллы. Хотя в Индии, поверьте, в Индии нет микробов. Вот проверяли ученые все.
Они здесь не могут найти места, здесь все занято людьми. Как бы даже уже чувствуется, что ты в будущем, да, 28 век. Часы все те же. Пятиминутки называются, через 5 минут уже поломались. Ну, много. Это и привлекло. За 200 отдает все вот эти, которые брендовые, за 200. Вот Радо можно за 350 взять, говорит, свежая модель, оригинал. Немного роликсов поступило в этом сезоне. Роликсы быстро разбирают. Тут опять же драгоценности. Все золотое. Немного, почти. Не всегда. Это что-то новенькое вообще такое, я не знаю, первый раз вижу. Вот это смокинг виски, это уже для меня. Или смотрите, интересно, сейчас закинем и узнаем. Я не уверен вообще в полезности этого, но там происходят чудеса. Блин, что это за жидкость такая? Ну что, как? Ощущение примерно такое, что ты жидкокристаллического холодного терминатора закидываешь, и он тебе прилипает за зубами, и ты такой: «Робот!» Да, пацану дам. А слюни до пола капают. Ух ты, блядь. Он вообще отмороженный.
на эхо закидывает просто пятихатку, потому что она потрясена этим. Эти обычные люди проделывают это шоу с десяток раз в течение дня. И остается только догадываться, что же происходит, если заглохнет двигатель байка или автомобиля. Да, братан, вы снежники. Ребята что-то поскорили, там война идет вообще. Ну правильно, все на адреналине, все хотят тусить. Все хотят выхватить свою порцию эмоций. Хотел снять маски, но тут такая тетка, что даже не знаешь, где маски, а где девушка. Да вы уже меня задолбали все, я уже сплю давно, отвалите вы уже от меня. Чувак думает, я просто мысли немножко читаю на хинди. Вперед, чуваки, я держу тачки, держу машины, переходите. Все, вперед, индийский народ, я выведу вас с этой бессмысленной траты денег. Спасу вас от волн капитализма, которые захлестнули ваши алчные сердца.